Вот Святая Марийская река, большая как шага. Вот оно, мое родное небо. Надеюсь, он не останавливается. Слава Богу, вроде нет. И чё он так смотрел просто на меня пристально? А вот с этой стороны какая, смотрите. Вы только посмотрите на это. И вот она уходит туда, речка, чистая речка, уходит в царство леса. Все, друзья, там едет, вдруг это полиция. Садимся и к черту сматываемся. Ну, вы успели увидеть, я надеюсь, все. Вот такую красоту. Все, ладно, следуем мы с вами в гостишку. Сейчас буду делать уборку. Вот результат. Видите, моей поездки. Кофейные стаканы, бутылки Боржоми, вот чипсы купил, все это по дороге. Еда из дома, всю съел. Диски все перепутаны, все. У меня по каждый раз потом процедура. Очень приятная уборка в машине. Вот так, чудесно. Понимаете, это и есть жизнь. Надо будет еще мне обязательно по реке сплавиться на байдарке и сходить в поход. Все, мы все это с вами осуществим. И скрипку тоже осуществим. Я планирую скрипку сжимать в 10-дневные такие порционные занятия. А потом уже, как говорится, заниматься каналом и так далее. И заниматься жизнью.